Добрый день, уважаемые предприниматели, мои соратники, единомышленники. Жизнь нам дает с вами шанс использовать предоставленный ресурс по назначению. У нас у всех с вами совершенно неожиданно оказалось много свободного времени. И очень хорошо бы потратить его как раз на то, на что времени у нас с вами всегда не хватает. Что-то полезное почитать, сходить на какое-нибудь образовательное мероприятие, послушать эксперта, задать ему вопросы, осмыслить ответы, элементарно даже что-то почитать, пополнить свой багаж знаний и приобрести новые предпринимательские компетенции. На это всегда у нас с вами не хватает времени. Вряд ли кто-то из нас с вами честно сможет сказать, что он в предпринимательстве понимает все и знает все нюансы предпринимательского ремесла. Все мы прекрасно знаем, что это большой океан, и чем дальше, тем глубже. И когда вы попробуете дома все вкусности и яства, которые вам приготовят, которые вам доставят службы доставки, или сами вы под покровом ночи закупите в супермаркетах, когда посмотрите все фильмы, которые хотели посмотреть, когда вы устанете от обилия и пессимизма информации о коронавирусе, пандемии, тогда, собственно говоря, придет осознание, я думаю, что ко многим уже пришло, что надо поучиться чему-нибудь полезному. В свете этого мы приготовили для вас несколько онлайн-образовательных программ. Можно их назвать «Сидя на диване», «Не выходя из дома», можно назвать это антикризисной программой. Мы привыкли ее назвать «Предпринимательский ликбез». Ссылка на эти образовательные мероприятия будет под этим видео. Как я уже сказал, все мероприятия проводятся в режиме онлайн. Мы транслируем по скайпу или по инструментам конференции. Вам на том конце провода, как говорится, достаточно иметь персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. И через браузер или через мобильное приложение, которое легко скачать, присоединиться к конференции, послушать и посмотреть то, что будут рассказывать вам компетентные эксперты, наши сотрудники, задать необходимые вопросы, обменяться с участниками этих конференций, вебинаров, информацией, обогатиться знаниями самим и обогатить своими знаниями таких же коллег, предпринимателей. Будем рады видеть вас в числе слушателей наших программ, их у нас несколько. Одна — предпринимательский ликбез по общим компетенциям предпринимательства. Есть еще образовательная программа «Введение в фермерство, введение в кооперацию, нюансы сельскохозяйственного производства от уровня личного подсобного хозяйства до какого-нибудь большого сельхозпредприятия». И есть еще новая образовательная программа «Введение в сельский внутренний туризм», в котором мы видим колоссальный ресурс и колоссальный потенциал для развития. Особенно в ситуации закрытия границ, особенно в ситуации осознания многими горожанами негативных сторон урбанизации, особенного стремления отдохнуть на природе, вернуться к дачам, к огородам, к загородным своим жилищам и так далее, и так далее. Будем рады видеть вас в числе наших слушателей. Удачи вам, здоровья всем вашим близким и вашему бизнесу.